Друзья, всем привет, с вами опять Телек. Сегодня у меня на обзоре будет очередная распаковочка. На этот раз будем смотреть тостер. Тостер у нас Russell Hobbs. Моделька одна из новых, которая появилась довольно-таки недавно. Значит, модель на обзоре у нас 21410-56. Тостер у нас идет полностью идет пластиковый. Внизу у нас вот такая вот прикольная вставка из хрома, либо же, ну да, скорее всего, хром. С 2-летней гарантией, полностью черного цвета. Классный дизайн у нее, как, ну, я его видел только на картинке. Сейчас мы его распакуем, посмотрим немножечко ближе. Напомню, что гарантия действует при наличии вот такого гарантийного талона. Один год можно получить доп. Гарантии. О том, как это сделать, можете прочитать на сайте производителя, как это регистрировать. В комплекте, ну, как правило, русскоязычная инструкция, не только на русском языке. Вот такая вот подставочка для разогрева булочек на самом тостере. Тостер по мощности у нас идет 800-1000 Вт. У него также, я смотрю, вот такие вот резиновые ножки для того, чтобы не скользил по столешнице, по поверхности. По дизайну реально смотрится круто, он сделан из глянцевого пластика. Значит, дополнением классного дизайна идут вот такие вот вставки хромированные здесь и вот здесь. Вот. По мощности он у нас идет от 1 до 7 мощности, соответственно, здесь у нас 800, здесь 1000 Вт. Есть у нас режим, вот кнопочка режима разморозки, есть режим приготовления булочек сверху на вот этой вот подставочке. И, соответственно, есть у нас в самом низу вот такой вот поддон для самих крошек. Кто забыл, будет полностью описание под этим видео. Также само будет цена, кому интересно, можете переходить также по ссылочке под этим видео. Кому понравился обзор, ставим пальчики вверх. Соответственно, подписываемся на мой канал. И всем пока, до новых видео.